Сидел уже до преступления, которое я совершил, как бы я машину угонял, я сейчас этим не занимаюсь. А сейчас вы по какому поводу здесь у ребят находитесь? Сейчас по поводу взлома окон и кражи денежных средств из пивных баров, кафе, магазинов. А почему вы переквалифицировались, так скажем? Ну, я подумал, что просто это будет проще и с этим легче работать. И потом по очередности начал вытаскивать. Сабвуфер с усилителями сразу взял и домой отнес. Ну, предварительно вытащил сабвуфер, усилители, машину закрыл также и домой понес. Домой пришел, там все положил, потом обратно пошел за тем, что осталось, короче. Кальяны там лежали и в комфорте, плитки, вот, в сумках сложенные. Да, я хотел это имущество потом искал покупателей с другим товаром, который, допустим, человек продавал, а я его имущество как бы наворованное менял. А его имущество я продавал уже. Ну, приблизительно догадываюсь. Он, скорее всего, просто по следам. То есть ты оставил, да, где-то следы? Возможно, где-то, может, лицо свое показал частично. Поэтому и нашли.